На выставке «Научная молодежь Республики Татарстан» молодые ученые ведущих казанских вузов представили свои разработки и проекты. Так, Ибрагим Батридинов, студент Казанского медицинского университета, занялся продвижением симуляционных технологий в медицинском образовании. Ибрагим пришел с друзьями и будущими коллегами, чтобы рассказать студентам и молодым специалистам о том, как модернизируется медицина и какие существуют новшества. Например, я стоматолог. Естественно, каждый хочет попасть на прием к опытному специалисту, а чтобы студент стал таковым, чтобы он отработал свои мануальные навыки, ему нужно тренироваться. И мы разработали фантом и дентоальвеолярные модели, на которых тренируются студенты. Главная наша фишка – это импортозамещение. Всегда закупались из-за рубежа. Мы разработали свои, наладили производство, и студенты спокойно учатся, отрабатывают свои навыки. В современном мире существует проблема популяризации науки. Ученые задаются вопросом, как же привлечь внимание молодежи к науке. Ответ всегда один – следить за трендами общества. А это короткие, интересные научные видео, лекции экспертов о науке простым и доступным языком. Главное – подать материал коротко, ярко и динамично. Подробнее о том, как привлечь внимание людей к науке и какие для этого существуют хитрости, расскажут редакторы известных научных журналов и медиапорталов в наших следующих сюжетах. Анастасия Иванова, Руслан Уразаев, Универньюз.